Какой он, петербургский стиль? При поддержке Дома молодежи Приморского района прошел первый в городе конкурс визажного искусства «Красота. Стиль. Петербург». Минимум яркого макияжа, максимум естественных пастельных тонов. Вот он, рецепт красоты от визажиста Елизаветы Швед. Девушка делится, зачастую моду диктуют не люди, а сам город. В Петербурге кругом много серо-бежевых и бело-голубых цветов. И в попавшемся на жеребьевке образе пленительная нежность, именно их она и применяет. Мы решили воплотить в образ такую нежную девушку в облаках, чтобы она такая мечтательница была. И пока это то, что у нас получается. В соседнем зале парад свадебных причесок. Свое мастерство здесь показывают как парикмахеры со стажем, так и начинающие. Первый в Петербурге молодежный конкурс визажного искусства собрал только 50 участников. Но в будущем организаторы надеются это количество приумножить. Тем более, что баттл красоты интересен не только стилистам. Например, есть фэшн-номинация, там, конечно же, работа не только визажиста, но и видеооператора в первую очередь. То есть это командная номинация. Призеров конкурса ждали подарки – профессиональная косметика от ведущих компаний индустрии моды, а победителю достался главный приз – бесплатные курсы в школе одного из ведущих визажистов Европы Феликса Штейна. Обучение будет проходить в Израиле.